Я полюбил ту скромную дорогу, которую ведет меня судьба моя. Пускай в конце концов сурово доску гроба за мной закроет недругов семья. Исчезну я один, поруганный, забытый, и то, чему служил, чем дальше, тем ясней, засветится во мгле над массой полудикой бесправных искренне измученных людей. Да, я была бы счастлива, если б знала, что имя мое войдет в историю светлым, воодушевляющим. Автору стихов в ту пору было 19 лет. Говорят, что в юности всегда пишутся трагичные стихи о любви, потому что юные авторы не подозревают, что жизнь еще более трагична. Да, действительно, жизнь Марии Егоровны Селенкиной до замужества Мышкиной была с детских лет очень тяжелой. Родилась она в уездном городе Нолинске 19 сентября 1845 года. Город уездный, глухой, провинциальный, купеческий. Здесь не было гимназии в ту пору, даже Вятки в ту пору еще не было гимназии. Учиться было девочке негде. Кроме нее были еще три сестры. Но поскольку учиться было негде, она получила домашнее образование. С детских лет полюбила очень книги и брала, доставала с большим трудом, книги читала. Занималась самообразованием. Особенно она полюбила книги Лермонтова, Белинского, Гоголя и очень любила Добролюбова. Но кто-то руководил ее чтением? Ну, поначалу она довольствовалась вкусом матери, которая вот советовала, рекомендовала ей прочитать, найти ту или иную книжку. А потом стала уже сама брать в библиотеке или у знакомых книгу того автора, которого она очень любила. Ну, наверное, вот ее переезд в Вятку все-таки много дал ей, да, сыграл большую роль. Да, конечно, вот 18-летней девушкой она приехала погостить в гости к бабушке. Жили тогда, бабушка жила в доме наследников Юдниковых на улице Владимирской, угол улицы Владимирской и Копанской. Вот здесь поселилась Мария Егоровна, Машенька Мышкина. Позже переехали сюда и ее сестры. В канун Рождества 1863 года Машенька Мышкина сделала свою первую запись в дневнике. Забитая своей жизнью в Нолинске, жила я с опущенной головой. А здесь каждый новый день не сжимает мне жгучей заботой, и голова моя приподнялась. А как можно было объяснить вот эти все ее несчастья? Есть ли им объяснение? Почему такая трудная жизнь у нее была? Семья жила бедно, потому что отец страдал запоями. Очень много и часто пил, поэтому денег в семье не хватало. Даже в праздники встречали в нетопленной избе и питались хлебом, который заняли у соседей. В нетопленной квартире, которую нечем было осветить даже ненадолго в длинные вечера, питаясь занятым хлебом среди отвратительных ссор, больная, ждала я его, праздника. Тогда настоящая нужда в первый раз нас посетила, но я глядела на нее почти спокойно. Горе смирялось с сознанием, что я не жалуюсь ни на кого в душе, никого не упрекаю за себя. Что только Бог видит, как ноет мое сердце. И получается, что вот когда она приехала в Вятку, ей помощи-то ждать было неоткуда? Конечно, неоткуда было ждать ей помощи, нужно было рассчитывать только на свои силы. Но в то время характеризовалось тем, что молодые люди и девушки хотели служить народу, хотели служить общему делу. И вот что могла выбрать себе Селенкина, какой путь? Стать писательницей, значит, быть актрисой,
учительницей или медиком. Но поскольку у нее не было образования, она не могла получить никакого образования, не могла стать, значит, учительницей, не могла стать она акушеркой, и актриса не могла. Вот она выбрала себе путь писательницы, поскольку литературные способности у нее все-таки были, и она вот стала на путь писательства. Самым светлым в ее жизни в Вятке была библиотека, хорошая публичная библиотека, куда Мария Егоровна сразу же и записалась. Библиотека находилась совсем недалеко от ее дома, где она остановилась. И первым делом она, конечно же, пошла в библиотеку и там стала брать книги своих любимых авторов, в частности, и особенно книги Добролюбова. Именно книги этого писателя стали ее наставниками. В книгах Евгения Дмитриевича Петряева, известного краеведа-писателя, есть статья, посвященная Марии Егоровне Селенкиной, «Забытая писательница». Он цитирует здесь дневники ее. И из этих дневников мы узнаем, какое большое значение Мария Егоровна придавала книгам и, в частности, Вятской библиотеке. В 1864 году Мария Егоровна написала свою первую повесть «Хорошая дорога» и отправила ее в Петербург. Но рукопись затерялась в издательстве и так и не была опубликована. Ну а позже она написала новую повесть «Семейное житье» и опять отправила ее в Петербург в редакцию журнала «Русское слово», надеясь, что ее опубликуют. Подписала она повесть двумя инициалами «М.М.». Я работала тайком ото всех, ни в письме, ни под повестью не поставила полной фамилии. Во-первых, она, конечно, еще была молоденькой девушкой, неопытной. Она боялась, что, может быть, повесть окажется плоха. Потом боялась, что Вятка — город небольшой, все узнают, что эта девушка пишет книжки. И, конечно же, боялась общественного мнения, наверное. Кроме того, был против того, чтобы она писала ее дядя. Поначалу она вообще писала тайком от всех. Не только от знакомых, но даже и от родни тайком писала. Ну а позже, когда узнали родственники, что она писательница, когда узнали даже и посторонние люди, ее дядя очень ругал, потому что он служил чиновником, и его служащие тоже там все глаза выкололи о том, что у него племянница писательница. И, конечно же, вот она не хотела, чтобы знали ее фамилию. А кто-нибудь догадался об этом, что именно эта девушка... писательница. Первым догадался библиотекарь, который выдавал ей книжки. Затем узнали друзья: Виктор Васнецов, братья Кувшинские. Ну а потом и узнал весь город, что вот эта молоденькая девушка – писательница. А Мария Егоровна была, наверное, еще и внешне необычной. Как она выглядела тогда? Но она и внешне подчеркивала принадлежность к новым людям. Она открыто курила, коротко стригла волосы. Но как к этому обществу относилось? Ну, друзья-то принимали ее такой, какая она есть. Но вообще-то вы знаете, что в то время осуждали же таких женщин, нигилисток. Видимо, Виктор Васнецов играл большую роль в жизни Марии. Он был ее другом? Да, он был ее другом. Занимался с ней французским языком, учил ее французскому языку. Ну, среди друзей Марии Егоровны были братья Кувшинские, затем ссыльный Никанор Трощанский. Вот Виктор Михайлович Васнецов бывал очень часто в доме Марии Егоровны. Он написал большой портрет Мышкиной, затем он дарил ей свои этюды. Вот они здесь перед вами. Сохранились они в архиве Марии Егоровны. В библиотеке Марию Егоровну всегда встречал очень приветливо, ласково помощник библиотекаря Иван Шилов, уже пожилой человек. Всегда предлагал ей новые какие-то издания, новые книжки. И вот потом в памяти об этом библиотекаре Мария Егоровна взяла его фамилию себе псевдонимом. Подписывала книги В. Шилов. Об этом псевдониме очень долго никто не знал. И раскрылся он только уже в советское время. Благодаря Евгению Дмитриевичу Петряеву. Среди друзей Марии Егоровны были братья Селенкины. И один из братьев, Александр, стал ее мужем. Я слышала, что он был не очень удачливый человек.
Но он, конечно, был не богатый человек, он был мелким чиновником. Окружали его писари, пьяницы. И Мария Егоровна согласилась стать его женой, согласилась выйти за него замуж, потому что она очень боялась, что отказ погубит этого молодого человека. И решила выйти за него замуж. Хотя она его, конечно, нельзя сказать, что она его любила. Все-таки она любила Романова. Друга своей юности, да. А к Александру Селенкину она испытывала лишь симпатии. Друзья очень отговаривали Марию Егоровну, особенно вот Виктор Васнецов отговаривал. Они считали, что это замужество погубит талант Селенкины, что она не сможет больше писать. И всячески отговаривали ее, говорили, что давай мы тебя вырвем из рук родни, ты будешь жить одна, мы тебе будем помогать, но только пиши, пиши и пиши. Счастлива ли была Мария Егоровна с преданным, в общем-то, ей человеком? Ну, она родила 4 мальчиков и 1 девочку. Все дети получили образование, все они ее, конечно, очень любили. Но она, естественно, очень любила своих детей, хотя позже считала свое замужество ошибкой. Коротка и печальна человеческая жизнь, и вдобавок носит характер случайности. Мне, например, достаточно было сделать 1 неверный шаг, чтобы извратить самые лучшие свойства своей природы, заглушить свои чувства, даром потратить силы и убить свою нравственную личность. Первый гонорар она получила за рассказ Сашенька Крупачева. Это еще раньше, до тюрьмы. Получила она 84 рубля серебром. Ну и поскольку семья жила бедно, то это, конечно, были для них большие деньги. Они рассчитались с долгами, поправили свои материальные дела и даже смогли съездить к родственникам мужа Селенкина в Сарапул. Ну, как видно, связь вот с так называемыми новыми людьми, с друзьями Марии Егоровны Селенкиной, сыграли большую роль в ее жизни, и она не прекращала заниматься политической деятельностью, даже уже будучи замужем и имея большую семью. Да, она занималась революционной деятельностью. Она очень часто встречалась с политическим ссыльным Трощанским. Он был руководителем кружков революционных. И потом она тоже вела пропаганду в этом кружке, занималась с гимназистами. И вот за эту связь с политическими Трощанским Мария Егоровна была арестована. Ее посадили в тюрьму. Здесь Вятки 1,5 года она просидела в тюрьме. Не было, конечно, здесь никакой ни работы, никаких известий из дома не поступало. И вот однажды она шила костюмчик сыну на Рождество в тюрьме, подарок, да, в тюрьме, и решила послать весточку о себе. Вышила известие о себе на этом детском костюмчике, а затем пришила пояс и прикрыла эту надпись. Но заведомо сделала поясок очень узким, чтобы его впоследствии отпороли, переделали, и таким образом могли бы найти эту весточку о Марии Егоровне. И вот она написала, что если вы увидите эту вышивку, то пошлите мне потом фунт грецких орехов. И вот спустя несколько месяцев эти орехи она получила. И потом вот впоследствии она таким образом стала посылать о себе известия и получать потом из дома тоже известия о муже, о детях. Знаменитый роман Мария Селенкина подписала тоже псевдонимом Шилов. И Короленко, как я знаю, послал отзыв на этот роман, но он все-таки знал, что это написано женщиной. Да? Да, знал, он знал это раньше. Он посылал отзыв еще на ее рассказ «После долгой разлуки», который она тоже подписала псевдонимом Вашилов. Вот что написал Короленко о романе «Лобановщина».
в письме к Селенкиной прочитал я рукопись с большим удовольствием. В ней видно основательное знание описываемого быта, простота, хороший язык, питающийся местным говором как раз в меру. Как бы то ни было, мой отзыв совершенно искренен. Мне очень нравится рассказ, и я с большим интересом жду его окончания. Никаких поправок я не делал, и думаю, что они не нужны. Журнал «Русская мысль» в обзоре журнальной литературы отметил публикацию «Лобановщины», назвал ее необъятным романищем. Критик Протопопов писал: «Намерения господина Шилова весьма почтенны. Он стремился добросовестно и отчетливо представить жизнь маяту одной крестьянки от колыбели и, по-видимому, до могилы, со всей подробной обстановкой этого существования. Формула жизни героини господина Шилова – это общая формула жизни большинства женщин деревни. При улите плакать и подумать нельзя. Сейчас же привяжется, о чем да из-за чего. А что я ей скажу? Разве можно сказать ей, что змея лютая все мое сердечко высосала? Что только одна у меня дума ночью и днем про Федора думает Маланья, и чтобы хоть сколько-нибудь облегчить себя, заводит одну из тех немногих песен, которые одни только и пела она все последнее время. То не ласточка ко мне прилетела, не косатая вестку приносила, что сидит ли мой милый в неволе, как в той тюрьме в московском остроге. Ни дверей нету, ни окошек, ни щелей нету, ни протесок. Одна трубушка, труба дымовая, из той трубушки дым-то повивает, у меня молодое сердце замывает. Заунывно поет Миланья своим чистым мягким голосом, разматывая в то же время пряжу на чулки. Улита и без того не знает, куда деваться от нестерпимой тоски. С утра валит снег, с утра надрывает душу, в трубе ветер воет всякими зловещими голосами. А тут Миланья еще такую печальную песню затянула. После романа «Лобановщина» Мария Егоровна писала еще и другие произведения, но они уже не были опубликованы. Ну, было много забот о семье, о детях. Нужно детям было дать образование. Дети, вот благодаря Марии Егоровне, получили университетское образование. Кстати, муж ее был уволен со службы из банка, тоже как неблагонадежный, и в поисках работы уехал, оставив детей, жену, уехал в другой город, в Нижнем Новгороде он жил, там, оттуда он уже не вернулся, он умер во время Первой мировой войны. Вот Марии Егоровне было, конечно, невероятно трудно поднимать такое количество детей одной самой. Жить на гонорар литературный было тоже сложно, не всегда этот был гонорар. Приходилось заниматься и репетиторством, и шитьем. Вот старший сын Виктор стал известным педагогом. Второй сын Владимир стал врачом, он служил в губернской земской больнице. Умерла Мария Егоровна в 1923 году. Архив ее, видимо, перешел к ее старшему сыну Виктору. Долго лежал невостребованным. Имя это, конечно, забыло здесь, в Вятке. Да, я была бы счастлива, если бы знала, что имя мое войдет в историю светлым, воодушевляющим. На выставке «Литературные реликвии», развернутой в музее Александра Грина, представлены редчайшие экспонаты из архива Марии Егоровны Селенкиной, и не только эти экспонаты. Здесь очень много книг, автографов, публикаций известных в свое время вятских писателей, сейчас, к сожалению, почти забытых.